Белая Гранта 415. Белая Приора, скорость движения 124. На территории Ставропольского края проходит операция «Скорость». Данное транспортное средство двигается со скоростью 126 км в час. На территории Ставропольского края с 26 по 30 проходит операция «Скорость». В отношении вас составлен административный материал по части 3 статьи 12.1. Профилактическое мероприятие под названием «Скорость». Вы нарушили в данный момент пункт правил 10.3, превысили максимально допустимую скорость вне населенного пункта.